العمل بالسنة وإحياء السنة هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Действовать в соответствии с сунной, оживление сунны, это есть путь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. لو تركنا العمل بالسنة من يبين للناس السنة. Если мы оставим деяния в соответствии с сунной, кто будет разъяснять людям сунну? يقول الشيخ الألباني رحمه الله. يقول الخطأ وقع من أول واحد. تعرف أول واحد؟ أول واحد بدأ بهذا بترك السنة. بعدين تبعوا الناس. يعني أول واحد مثلاً قال أنه حلق اللحية حتى لا يحصل لي أذية. أول واحد حلق هو اللي سبب المشكلة. فهمت؟ لو صبر الأول هذا صبر الكل. Как шейх Албани говорит, проблемы начинаются с самого первого. Кто такой самый первый? Например, тот, кто самый первый оставил какую-то сунну из-за каких-то проблем. И другие люди за ним последовали. Как, например, кто-то сбрил бороду, говорит. Сбрил бороду, боясь, говорит, что вот какие-то проблемы, тебя лучше сбросить, чтобы проблемы начать. Он тот и есть, то проблема. Потому что за ним последовательные люди. Если бы он, говорит, протерпел, то не было бы у него последователей, за ним никто не последовал этой вещи. يعني الآن عندنا هذا لو يأتي لا يجهر بالتأمين نحن ممكن نتكلم معه لكن ما ننكر عليه إنكار يعني كبير فهمت؟ ولو جاء عندنا وما رفع اليدين نعلمه فقط ما يكون هذا اللي يعني الحرب. то есть например кто-то пришел и не говорит слухами или же например не поднимает руки это не значит что мы с ним должны теперь враждовать спорить нет нужно его научить рассказать как правильно делать. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله لابد نهيئ للسنة يعني هذا الآن قبل أن يجهر بآمين لازم يكتب الأحاديث يكتب الأدلة أقوال الأئمة يعلم الناس يقول هذه السنة ترى وأنت إذا لا تجهر لقول إمام هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى اللي أتمنك عليه أن تستفتي عالم تثق في دينه مفهوم يا شيخ؟ أي نعم. То есть нужно людей подготовить к сунне. То есть если ты живешь в какой-то местности, какая-то сунна неизвестна, нужно выписать хадисы, слова ученых, аяты на эту тему, прийти людям, рассказать, научить их об этом, рассказать им об этом, например, как Амин Слух говорит, допустим, да, вы не говорите, вот если сказать, ну вот есть сунна такая, что нужно так говорить, что нужно это Амин Слух произносить, нужно обучить людей. То есть должна быть мудрость. То есть нужно людей подготовить к сунне, приучить к сунне.